Доброе утро, ребят! Это Подгорица, день второй. Меня зовут Лена, вы на моем канале. Первый день будет в ссылке под этим видео. А сейчас погнали! Так, идем сейчас с вами в пекарню. Дали мне вот такие, точнее нам вот такие вот вчера купончики на пекарню, которая находится под гостиницей. Сейчас посмотрим, что нам на них дадут. Так, мы получили вот таких два эспрессо, круассан, булочку с сыром и два пирожка с вишней. Ребят, сейчас идем вот по этому мосту. Вот поэтому. И он, ветер дует, и реальное ощущение, как будто он шатается. Так прям страшно. Так что мы быстренько переходим его и идем дальше. Ребята, мы с вами зашли в подъезд дома. Я потихоньку сниму, как выглядят подъезды в Черногории, чтобы можно было сравнить с нашими подъездами. Здесь меня никто не поругает. Вот так это выглядит. И вот так вот это вниз выглядит. В принципе, подъезд как подъезд. Такие дверки. И счетчики. Ну все, давайте выходить, пока никто нас не засек. Сейчас идем с вами покушать и пойдем в самый большой шоппинг-молл Черногории, в Дельта-Сити. Ребят, идем по центру города, и тут такое вот кафе, которое называется Маша. Дома. Так что здесь такие названия очень-очень даже близкие для нас. Мы с вами на улицу, на которой есть всякие тут брендовые магазины. Пинка, Босс, Макс & Го. Не знаю, почему мне немножко это напоминает Тверскую в Москве. Я, может, конечно, загнула. Тверская более, конечно, наверное, вылизана, чем эта улица. Такое вот у меня ощущение сложилось. Идем. День сегодня пасмурный, в отличие от вчерашнего дня. Но тепло, где-то градусов, наверное, 15-16. Так что, конечно, прогуливаться очень-очень комфортно. Ребят, все, мы приехали в Дельта-Сити. Мы сейчас покушали опять в кафе Астория, но я уже не стала заснимать, потому что мы кушали опять пиццу и десертик. А сейчас...
сейчас с вами пройдемся по Дельта Сити и посмотрим, какие тут есть магазинчики. Из Дельта Сити, чтобы еще немножко прогуляться по городу. Завтра третий день. Я сделаю более подробное видео торгового центра Дельта Сити. Ребят, сейчас вышли вечерком в азиатский фастфуд. Купим себе сейчас вкусняшки в номер азиатские и попробуем их на вкус. В Шанхае купили себе азиатской еды, вот такую водичку для Доминика называется, она тут садовита со вкусом апельсина. Сейчас зайдем еще в другой ресторанчик, купим для Доминика картошку фри. Кстати, картошка фри в Черногории называется помфрит. Все, пошли за картошкой фри в другой ресторан. Хотела вам показать прикольный такой пончиковый магазинчик, оформление мне очень понравилось со стороны, пончики мы не заходили, не пробовали, но вот такой вот милый пончиковый ресторанчик. Все, сюда идем покупать картошку фри. Так, все, картошечку фри купили. Сейчас зайдем в номер. Все вам покажу, как что выглядит. И скажу, по какой цене что стоило. И вечером как красиво выглядят столики пекарни. Вот так вот можно посетить. Вот наш отель, это же название. Вот так выглядит пекарня, в которой мы утром завтракали. Так, ну вот наша вечерняя трапеза. Это говядина по-сичуански, это хрустящая курочка в кисло-сладком соусе, это жареные бананы, картошка фри для Доминика. Все в китайском ресторане нам обошлось в 11.30. Вот цены. А картошка фри нам стала в 2 евро. Все, приятного нам аппетита. На сегодня закончился у нас... Второй день в Подгорице, так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока!